клубе не получилось, много забил. Ну, пусть дальше так продолжается, что буду забивать. Просто хотелось сказать партнерам спасибо за игру. Я думаю, если я забиваю голы, это их заслуги большой части, потому что они дают хорошие передачи, и я только могу быть благодарен. Черчесов сегодня сказал, что есть секрет у Черышева в сборной, но мы вам его не скажем. Действительно есть какой-то секрет? Есть. Какой? Ты тоже какой не скажем. Ну а вы не хотите в клубе? Неужели в клубе так много не хотите забивать? Ну как, я выхожу и, конечно, хотелось бы забивать каждую игру, но не получается иногда. Знаете свою статистику сборной вообще в цифрах за последний там один смат? Нет? Сильно не давать этому внимания, я думаю. Сегодня хорошо, прошел хороший матч, но надо двигаться вперед, двигаться дальше, потому что предстоят еще матчи важнее. Тренер сказал, что очень помогла ему победа Казахстана над Шотландией, что вам ее показали, и вы настроились соответствующим образом. Вот. Ну, я думаю, вот это, да, и после поражения против бельгийцев, я думаю, мы хотели победить. Я думаю, для нас это было важно сегодня, и мы довольны. И секрет, про который вы говорили, он останется из сборной, все-таки мы уже делали тренера клубного. Ну, это между Соломичем и между мной, то есть это наш секрет. И, конечно, я хотел бы забивать всегда и за Валенсию. Не всегда получается, но я думаю, сезон получается удачным. И здесь сборная и Валенсия. То есть я доволен, как я сейчас играю. Я хочу прогрессировать, хочу идти дальше, не останавливаться на этом достигнутом и совершенствовать футбол. Показалось, что на искусственном базоре у вас проблем никаких не возникло, да? Учитывая, что все-таки в Испании такой. Кстати, я здесь несколько лет назад уже играл с командой. Да. Но я думаю, конечно, тяжело играть на искусственном поле, но я думаю, сегодня команда показала хороший футбол, и мы довольны, что победили. По-моему, это, что вы уже играли на этом поле, помогло ли это вам сегодня? Опыт, что вы уже играли на этом поле, знаете? Как в детстве я постоянно играл на таких газонах, то есть это не новое для меня. То есть, я думаю, для всех футболистов сборной тоже не новое. Есть что отметить в игре сборной? Общий итог какого-то выезда, может? Самое главное, что сегодня победили, я думаю, мы хотели выиграть, я думаю, здесь в боковом кармане салфетка. Казахстан хорошо смотрится. Бельгия очков не взяли, здесь взяли три, ну, то есть хотели выиграть, мы сегодня довольны, но я опять повторяюсь, мы не должны останавливаться на этом, идти дальше и расти. Что отметить в игре сборной Казахстана? Есть ли что отметить? Ну, они хорошо выбегали в контратаках, я думаю, нам помог первый гол, особенно мы стали играть немножко поспокойнее, немножко проще, и из-за этого мы смогли забить 4 гола. Дзюба наконец прервал свою серию, вы как-то ее отдельно отмечали, поздравляли. Молодец, я думаю, футболист не только должен голы забивать, он много полезных действий делает для команды, не забивая голы, но сегодня забил, молодец, отдал голевой пас мне. Я очень рад за него, потому что у нас такая связка интересная получается. Дзюбу теперь в болезнь, наверное, надо, да, приглашать? Ну, это никак не вопрос. Дзюба назвал вашу игру, он сказал, чумовой Черышев. Вы какой прилагательный для него найдете? Ну, я не знаю, просто я думаю, все, сегодня хорошо сыграли, и надо двигаться дальше, не надо останавливаться на этом. Евгений Савинов родился, он взял ваши тапочки, наверное, два раза подряд забивать. Поблагодарить его? Ну, конечно, я с ним постоянно поддерживаю контакт, так что он всегда как бы рядом со мной. Спасибо. Спасибо.